Как вообще ими становятся? Это те люди, которые, получается, не верят в Бога, да? И они все вот это вот темная сила их поглощает, да? Ну, готы — это не национальность, это такая субкультура. Это как вот есть неформальные люди. Люди, которые поглощены тьмой, которые любят все мрачное, депрессивное, унылое. Это их такая религия, как можно сказать. А про Адама и Еву. Вот если есть у нас разные страны, там французский, английский, испанский, арабский, а Адам и Ева только их двое было. Как вообще они произошли так? Адам и Ева были сотворены до разделения на страны. Да, ну а как Бог это вообще вот сделал так, что... Что есть разные люди. То есть, наверное, вот эти вот страны. Есть ген, да, человеческий. И он дает многообразие. То есть Адам и Ева несли в себе такое зерно генетическое, которое в себе совокупляло все различные расы человеческие. Там и негры, там и азиаты, там и разные арабы. То есть они были наделены именно таким